Всем привет, дорогие друзья! Сегодня восхитительный день. Я нахожусь на знаменитом мосту поцелуев в городе Краснодаре. Кубана-набережная. Погода просто сказка. Очень красиво. Можно перейти мостик, погулять по той стороне. Я вечером гуляла. Можно днем тоже такую прогулочку совершить. Смотрите, какие тут и красивые дома. Ну, не очень дешевые, конечно, да? Восхитительно, конечно. Осенние листочки. Прямо пора такая самая лучшая. Когда еще и листья есть, да, и они такие разноцветные. Ну, очень многие, да, тут кто с детьми, кто с животными, с собачками гуляют. Вечером тут на мосту музыканты играют, живая музыка. Очень здорово. Ну, конечно, в этой реке не купаются, так как сказали, она грязная. Хотя кто-то и купается, я слышала. Ну, прямо здесь. Река очень большая, 880 километров. Вот человек рыбачит. Немножко пройдемся. Сейчас такая у меня более краткая, да, будет прогулка. Вот даже голубь медитирует. А так хочу сказать, что тут действительно можно найти такое какое-то уединенное место, вот даже на той стороне, сесть под дерево, смотреть на реку, смотреть на восхитительный мост, получать такое, так сказать, эстетическое удовольствие. Но мост действительно волшебный, особенно вечером я для вас снимала, он весь светится. А музыканты, которые играют музыку, такая романтика, тут действительно люди целуются. Обратила внимание на большое количество замочков. Видимо, я так понимаю, на свадьбу люди приезжают и здесь фотографируются, оставляют, так сказать, клятву любви на этом прекрасном мостике. Смотрите, голуби как греются. С утра было прохладно, но сейчас даже солнышко светит. Намного теплее голуби, да. Напугала, хотя не хотела их пугать. Ну, очень много, да, тут с детишками. Кто-то видела прямо вот мост на велосипеде, вот едет. И потом вот такой вот делают по набережной, да, реке Кубань прогулку. По той стороне там очень здорово. С двух сторон река, то есть нет транспорта. И очень удобно на велосипедах кататься. Можно просто пешком идти гулять. Видите, вот так вот лавочки, площадки. Ну, это эта сторона, да? Эта сторона через мост тоже там здорово. Кафе, ресторанчики. Даже видела там какой-то как ночной клуб. Но сейчас, ну, кафе работают. Не видела, чтобы клуб. Возможно, он по выходным в каком-то режиме работает. Все очень здорово. Единственный мост подростки, видимо, разрисовали зачем-то. А так, конечно, красота. Голуби, романтика. Так что, друзья, если вы приехали в гости в Краснодар, конечно, парк Галицкого, это действительно тоже он расширяется сейчас. Очень красиво, я тоже снимала для вас, была там. Но обязательно всем рекомендую на вот этот прекрасный мост поцелуев съездить, погулять по Кубана-набережной, медитировать возле реки Кубань. То есть прогулка такая будет очень хорошая. Ну, это как для разнообразия. Также была на Солнечном острове, мне очень понравилось. Я удивилась, насколько там отдельно идет, смотришь лес, тут же город, такое сочетание. Но здесь тоже, вот смотрите, да, там на той стороне вообще вот через мостик, да, если смотреть. И вот где идет набережная, через набережную, там частный сектор. И такой, как лес, лесополоса даже есть. Тоже очень здорово. Такая вот у нас прогулочка. Какие дома красивые. Особенно вечером они так классно светятся. Просто очень здорово. А так тут очень много бизнес-центров. Вот в этих домах, да, там много всего, всяких разных организаций, там кафе, ресторанов. Так что здесь есть где погулять, есть чем себя занять. Ну, река такая, будет тихая, спокойная, да, не как у нас море в случае, что такие волны там
местность спокойная. Вот рыбак рыбачит. Люди гуляют. Знаете, все тут на релаксе. Люди. Кто-то, конечно, работает, а в основном вот кто-то мамочки с детишками гуляют. Очень хорошо, потому что тут, в принципе, вот сюда переходишь, да, обходишь. Видите, как тут все аккуратно, чисто. Кстати, не увидела ни одной там бумажки. Это все очень-очень так здорово. И можно погулять, можно вот на этой стороне моста, да, прямо вот спуститься к камням. Там я видела, кто-то даже он на гитаре тоже играет. Кто-то приходит, берет с собой еду, какие-то бутербродики, отдыхает часто вот таким образом. Ну, то есть каждый находит свою какую-то романтику, свой какой-то отдых. Для всех можно найти их уголок. Ну и чем хорошо, чем мне нравится, да, что очень такие вот широкие, видите, улицы, да, это очень удобно, то есть не надо там толкаться, и мост тоже довольно широкий. Мост, конечно, вообще мне понравился вечером, когда он таким вот фиолетово-голубым цветом светит, но будет для вас выпуск специально. Поэтому, друзья, кто тут был, тоже расскажите, как вам этот мост, может быть, вы целовались тут на нем. Что еще тут? Вот там прекрасное кафе, это я, кстати, посещала, которое находится прям, да, на реке Кубань. Вечером все светится, можно сидеть за столиком. Ну, если прохладно, то можно внутри сидеть. Ну, я говорю, очень много на велосипедов людей катается. Конечно, это не Сочи, но мне понравилось, что это такая очень комфортная набережная. Тоже есть отдельная такая линия для велосипедов-самокатов. Но я обратила внимание, что тут люди как-то идут где хотят. Если нас в Сочи боятся, знают, что если ты на эту линию становишься, велосипедист тебя просто, или, как правило, самокат так снесет. Тут же люди еще и возмущаются, ругаются. Как так? Вот я тут иду, а ты тут едешь, а ну едь в другом месте, что тебе места нет. Вот я с таким сталкивалась. Очень интересно. Мне нравятся вот эти вот, это клен, по-моему, канадский клен, да. Очень красивый. Смотрите, как здорово. Уже такая прямо осень. Так что вот в таких красивых местах я встречаю осень. Я скоро поеду домой в Сочи, где у нас вечное лето. Я уже соскучилась по дому, но в то же время я сегодня уже тепло оделась, что-то не стала рисковать, как в тот раз, да, я была, когда на солнечном острове очень легко оделась по-летнему, а вечером мне ноги чуть не примерзли в земле возле реки Кубань. Смотрите, вообще сказка, конечно, сказка. Так что, я думаю, попозже тоже совершу такую прогулку. Вот даже кормушечка упала для птичек. Ну, в Сочи мы такие кормушки лишний раз не делаем, потому что вот у нас дома кошки, да, например, живут. И для кошек это наоборот, как приманка. Ну, а тут я что-то не вижу, что прям в огромных количествах были кошки. Так что вот так, дорогие друзья. Солнышко, смотрите, как классно светит. Передаю вам поцелуй с моста поцелуев. Желаю отличного дня, отличного настроения. Кто еще не подписан на мой канал, всех жду. Это канал о путешествиях. Так, эта камера мне немножечко дергается. Ну, я не дергаюсь, но она немножко, да, тут надо будет устанавливать. Ну, попозже для вас сниму уже более, так сказать, и длительно, и более такого качественного контента. Так что всех люблю, целую, обнимаю. Такая у меня сегодня прекрасная прогулка, дорогие мои. Если есть какие-то интересные места в Краснодаре, а их тут, оказывается, хватает, очень много парков, вы мне напишите, возможно, у меня будет время, я посещу, поснимаю для вас, расскажу, что тут интересного. Тоже далеко не везде была, но я поняла, что тут очень-очень много всего. То есть нужно просто выезжать заранее, потому что тут город пробок. В Сочи, конечно, тоже есть пробки, но тут прям вообще такой сверхгород пробок. И я очень устаю, когда едешь вроде недалеко. Кроме того, что таксисты тут очень наглые, езжу на такси. То есть они могут одну цену поставить, потом тут же эту цену отменить, перебить другую. Я вообще с таким в Сочи даже, кстати, не сталкивалась. Ну и огромные пробки, которые просто длятся бесконечно. Вот такие вот нюансы. А так, всех люблю, увидимся!